На едином портале госуслуг появился новый сервис поступления в ВУЗ онлайн. С его помощью абитуриенты могут подать документы в российские университеты через интернет без посещения приемной комиссии. Дистанционно можно подать документы в 54 вуза страны. Необходимо заполнить заявление, указать персональные данные, сведения об аттестате, предметы, по которым абитуриент сдает ЕГЭ, и выбрать университеты. Также на портале можно узнать даты вступительных испытаний, отслеживать место в списках и узнать о зачислении.